Что, не будете говорить слово в Украине? Победа будет за нами, поэтому... Извини меня, пока же я живой еще. Послезавтра у меня командировка. Жалко мне будет их убить или нет? Готов был всех налево и направо, мальчик. Ай-яй-яй, долго сорвался. Добро желаю. Привет. Что, не будете говорить слово Украине там? Ты хочешь, чтобы я тебе это сказал? Ну, во-первых, ты не украинец. Это относится нет, только к украинцам. Нет, я просто спрашиваю. Просто обычно так и говорят. Я это... вот с этого начинаю, Виктор, да? Это внутреннее приветствие это, Украины. Это вы этого вы еще не перебиваете. Я говорю, это внутреннее приветствие Украины. К вам оно не имеет никакого отношения. Приветствую Украине, понимаешь? Приветствую Украине, то это понятно. Но ты же со мной вроде как здороваешься. Я тебе сказал привет. Я тебе сказал привет. Приветствую Украине, вон, у себя ты там в деревне нет? Говорят. Я тебе еще раз говорю. Разговаривают. Ах, ты меня перебиваешь? Я а тебе сказал. Я говорю, Викторе. Викторе, победа будет за нами, поэтому... Хуя будет за вами. Уже. Ну, тупик. Хера ли она будет за вами? Учитывая то количество утилизированных оккупантов, которое уже есть на данный момент. Извини меня, пока же я живой еще, поэтому... Ну, так это же ненадолго. Ты главное приходи. Ты главное приходи. И не забывая положить в карманы косточки от плодовых деревьев. Мы уже идем. Зачем мы ты меня переживаешь? Мартин, зачем я просто зашел сюда. Мне вот послезавтра у меня командировка начинается. Мне просто интересно, я зашел... А на какое направление тебя посылать будут? Мне просто психология интересна. Нахер ты еще раз услышь меня, на какое направление тебя направлять будет? Я тебе еще раз объясняю, я просто психологию людей пытаюсь понять, жалко мне будет их убить или нет. Если ты пока ты входишь в категорию 30%, вот реально из трех человек ты один неадекват, вот два адеквата, поэтому бляха-муха. Здесь уже идешь и думаешь, кого стрелять, кого не стрелять. А главное, вот, чтобы вот, ты... Вот, реально, неделю назад... Вот, услышь меня, теперь я скажу. Я готов был всех налево и направо. Сделаем проще, смотри. Ты меня перебиваешь, поэтому я тебе выключил звук. Теперь слушай меня. Когда ты придешь в мою страну, главное тебе не попасть по прямой туда, куда будет смотреть моя СВДшечка. Услышал меня? Что такое СВД, знаешь? Не знаешь? Ну, так я тебе объясню. Если ты мне попадешься в оптике, ты поедешь назад в пластиковом пакете. А, оно даже не слушает, поэтому идет нахуй.